Перезагрузка завершена. А? Что я здесь делаю? Я же сидел за компом. Где мама? Короче говоря, я робот. Это был вторник, 9 марта. Я лежал на кровати и никак не мог заснуть. Мне снились кошмары. Нет, не надо, не трогайте меня. Я обычный человек. Ты уже давно не человек, сынок. Ты машина, кибернетический организм, терминатор. И ты будешь делать все, что я тебе скажу. Аккуратней, солдат. Ему сильно досталось. Будем использовать протокол B-917. Ну что? Что это за протокол? Тише, тише. Не трать силы. Мы сделаем из тебя робота. А, какого робота? Я не буду никаким роботом. Фух, пипец, это сон. Всего лишь сон. Чуть с ума от страха не сошел. Больше никогда не буду терминаторов на ночь смотреть. Я потихоньку встал с дивана. Вышел в коридор. Так, а сколько уже время? Почему будильник не сработал? Да, здесь-то ты чего делаешь? Я посмотрел время на телефоне. Было всего 7 утра. Все понятно. Я еще до будильника проснулся. И сестра не разбудила. Кстати, где она? Ирин, ты тут? Странно. Я на всякий случай проверил кухню, ванну, туалет, даже балкон. Сестры нигде не было. Куда это она ушла в такую рань? А, ну и ладно, вот мне еще о ней волноваться не хватало. Она девочка взрослая, сама знает, что ей делать. Я пошел на кухню, включил плиту. Рядом на шкафу лежал свернутый листок бумаги. Записка, что ли? Брат, мне все это надоело. Ты стал совсем неуправляемым. Я уехала к себе. Чего? Это я неуправляемый? Я нормальный, адекватный пацан. Уехала она. Ну и вали. Я уже взрослый и один легко проживу. Надо все обдумать хорошенько. Может, даже в школу сегодня не пойду. Сейчас много других проблем появилось. Деньги нужно зарабатывать, чтобы одному жить. Я попробовал кофе. Оделся. Вышел в подъезд, сел в лифт. На свежем воздухе мне всегда правильные мысли в голову приходят, да и вид там отличный. Я вышел из лифта, открыл дверь на балкон. Здесь уже стояли два бомжа. Да уж, одному походу побыть не получится. Здрасте, товарищи бомжи, а скажите, пожалуйста, что вы здесь постоянно делаете? Вам что, помойки вашей уже мало? Тихо ты, видишь, Игорек думает. Ой, о чем он там думает? Как на очередную бутылку сообразить? Слышь ты, придурок ты, когда вообще-то, это, Зинаида с моря приезжает. Я вот ей думаю романтику строить. Че, красиво, да? Очень красиво, дядя Игорь. Я пошел. Пипец, кофе попить нормально уже негде. Везде эти бомжи. Я вызвал лифт. Через минуту он приехал. Двери стали открываться. А, вы кто? Вы те самые из моего сна. Что с вами, молодой человек? Из какого сна? По спокойному голосу незнакомца в плаще, я понял, что они меня не знают. Пипец, они оба мне сегодня снились. Они сделали из меня терминатора. Военный и человек в плаще молча стояли в лифте и иногда переглядывались. Пипец, скорей бы уже мой этаж. Не могу больше быть с ними рядом. Мне кажется, я схожу с ума. Вскоре двери лифта открылись. Я тут же выбежал на свой этаж. Офигеть, у меня руки трясутся. Даже в замок попасть не могу. Через минуту я кое-как открыл дверь. Зашел в квартиру. Ну нафиг, в школу не пойду в таком состоянии. Денек прогуляю, ничего страшного не произойдет. А пока лучше отдохну, посижу. Надо расслабиться. Я сел за комп, включил, загрузил War Thunder. Но это военный онлайн-экшен, который недавно получил графику нового поколения. Эффекты выстрелов и взрывов были полностью переработаны. Смотрите, как красиво. В War Thunder битвы проходят по всей планете. От африканских пустынь до американских городов. На одной карте могут сражаться разные виды техники. Самолеты пытаются удержать превосходство в небе, вертолеты прикрывают наземные силы, а танки бьются за ключевые точки. Ай, что такое? Что у меня с головой? В глазах все плывет, и еще этот шум в ушах откуда-то взялся. Надо срочно умыться, от холодной воды должно стать лучше. Ох, вроде легчает, хотя нет, что-то совсем плохо. А? Вы кто? Все-таки это был не сон. Как вы здесь оказались? Тише, тише, пацан. Ты сам нам открыл дверь. Забыл, что ли? Точно, сам же открыл. Но я даже не понимаю, зачем. Конечно. Ты же полностью подчиняешься моим командам. Протокол B-917. Включить перезагрузку системы. Стойте, какая перезагрузка? Вы что, я обычный...
Ай-яй-яй, офигеть, башка трещит. Фух, надо завязывать спать на полу. Какие-то военные сюда приходили. Уже и не помню, сон это был или реальность. Что? Мама? Не верю своим глазам. Походу, я все-таки сплю. Конечно спишь, сынок, только спать надо на кровати, а не на полу валяться. Офигеть, разговаривает. Походу, реально настоящее. С тобой все в порядке? Ты что на полу делал? Да я это, мам, прибраться решил. Вот начал подметать, полы мыть, ну и заснул. Вот, мама не очень поверила в мою историю. Но это и понятно. Я и сам бы в эту чушь вряд ли поверил. Ну что, давай показывай, где тут что у тебя самостоятельный ты наш. Я стал демонстрировать маме квартиру. Меня переполняло чувство гордости, что я сам на нее заработал. Ну почти. Я показал свою комнату, зал, балкон, ванную. Больше всего маме понравилась кухня. Но это и понятно, она любит готовить. Сынок, у тебя что, болезнь? Что такое, мам? Какая болезнь? Почему мусора полное ведро? А ну-ка быстро иди выкидывай. Вот всегда так, не успела приехать, уже командуют. И это в моей собственной квартире. Ну нафиг, поиграть сяду, потом выкину. Как говорится, War Thunder ждать не будет. Хе-хе. Здесь я открываю технику от 30-х годов прошлого века до современности. Каждую боевую машину можно улучшить модулями, установить динамическую защиту, тепловизор, ловушки для ракет и многое-многое другое. Сынок, я не поняла, я тебе сказала мусор выкинуть или играть садиться? Да, иду, мам. Да уж, ничего не меняется. То сестра терроризировала, теперь мама. И это она еще не знает, что я в школу не ходил. Думая об этом, я дошел до мусорных баков, выкинул мешок. Здесь же рядом увидел старых знакомых. Ну что, граждане-бомжи, встретили Зинку с моря? Тихо ты, не ори! Видишь, я орёху так же стоняла! Неожиданно дядя Игорь резко сорвался с места и заорал. Вот она, моя мечта! Богиня идет! Идеал моей красоты! Да привет, моя хорошая! Устала с дороги? Конечно! Долгие перелеты выматывают! Пойдем, Зинаида, у меня для тебя сюрприз! Бомжи все вместе пошли в сторону дома. Интересно, чем все это закончится? Пойду за ними. Мы поднялись на лифте, прошли на балкон. Да и где твой сюрприз? Как здесь? Ты смотри, какой вид! Весь город видно! И вот, смотри, это тоже тебе. Ну и зачем он мне нормально ничего не мог подарить? В хозяйстве все пригодится, Зин. Ну что, как тебе подарок? Нравится? Не нравится! Мне на море дарили золото, а не виды твои! Чего? Это нам тебе дарил-то? Богатые обеспеченные мужчины лучше тебя! Чего? А ну-ка иди сюда! Бомж Игорь погнался за Зинкой вниз по лестнице. Ничего не меняется, только встретились, уже брешу. Согласен с вами, дядь Петр. Как говорится, Горбатова могилу исправит. Все, больше здесь смотреть нечего, домой пойду. Через минуту я уже заходил в квартиру. Разделся, натянул на ведро мусорный пакет. Мам, я все сделал. Мам, ну ты где есть-то? Странно, куда она могла деться? Меня минут 10 всего не было. Ну, тем лучше, хоть отвлекать никто не будет. Я снова стал играть в War Thunder. Как же тут круто смоделирована настоящая атмосфера Земли, благодаря чему свет, облака, тучи и погодные эффекты выглядят как в жизни, прикиньте? А гусеницы танков теперь имеют физически правильную модель и реалистично рвутся при попадании снарядов. Кстати, игра теперь доступна не только на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но и на консолях нового поколения. А скачать War Thunder можно бесплатно по ссылке в описании. И там еще крутые бонусы будут. Что опять у меня с головой? Все плывет. Что за текст бежит у меня перед глазами? Я что, схожу с ума? Перезагрузка завершена. Что я здесь делаю? Я же сидел за компом. Где мама? Это всего лишь твои иллюзии, сынок. При перезагрузке мозг киборга выдает желаемые картины и иллюзии. То есть этого ничего не было? Мне все привиделось? И потом, какого киборга? Капитан, поднимите его, он еще так и не понял. Военный крепко схватил меня и поставил на ноги. Все твои системы в норме. Ты будешь жить своей обычной жизнью, пока не наступит твой час. Мой час? Что это значит? После конца света ты поведешь остатки человечества на борьбу с машинами. Остальное ты узнаешь позже. Перезагрузи его.
Сынок, ты что за компьютером уснул? Если хочешь спать, ложись в кровать. А? Да я не сплю, мам. Задумался просто. И полетели мои обычные дни. Я не знаю, настоящие они или это просто очередные жестокие игры моего разума. Но я знаю одно. Будущее не предопределено. Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим для себя. И самое главное, не тратьте время на пустяки, пока оно еще есть у нас. Мой друг, сделай ей две инъекции наших антител. Посмотрим, что с ней будет. Как говорил мой великий учитель, наука требует экспериментов. У нас проблемы. Срочно машину ко мне. Координаты, мое местоположение. Гони по этим координатам. Вовремя успел ему передатчик закинуть. Я сидел в своей комнате на диване и размышлял. Да уж, все уехали, с мамой непонятно что, а я здесь сижу один в квартире. И главное, что делать совсем не знаю. И как можно было в такую историю попасть? Этот страшный вирус, полицейские, которые охотятся за мной. А Морган, меня от одного его имени в пот бросает. Таким беспомощным себя чувствую. Куда идти? Где искать маму? А если она вернется, а меня нет? Лучше дома посижу, подожду. Надеюсь, военный найдет ее. Обещал все-таки. Уже даже не помню, когда спал нормально. Может, прилечь попробовать? Я лег на диван, попытался заснуть. Я ворочался 3 минуты, 6 минут, 10 минут. Не могу я спать, когда непонятно, куда делась мама. Надо чего-то придумать. Всегда есть какой-то выход. Пойду кофе заварю. Говорят, кофеин улучшает работу мозга. Я взял кружку, насыпал кофе, залил кипятком. Точно! Вот я дебил! Передатчик же есть! Я быстро поставил кофе на стол. Побежал в комнату, открыл шкаф. Где ты, мой хороший? Шанс дозвониться, конечно, маленький, но он есть. Алло, мистер Икс, прием! Мистер Икс, пожалуйста, возьмите трубку! Мистер Икс! Прием! Ответьте, мистер Икс! Да, мой дорогой, что у тебя случилось? А вы кто? Что с мистером Икс? Где мама? Все хорошо, сынок. Твой мистер Икс лежит рядом. В смысле лежит рядом? Что с ним? Он живой? Что вы с ним сделали? А мама где? Молодой человек, вы задаете слишком много вопросов. Давай, ты налево, я направо. Как у тебя дела? Все тихо, совсем никого нет. Продолжаю наблюдение. Да куда ты делся-то, мажор? Что с тобой сделал этот Морган? Ну только попадись мне. Молодой человек, не стоит так громко говорить о своих желаниях. Ведь они могут и исполниться. Извини, солдат, без тебя эта игра будет интереснее. Я взял передатчик, вышел на улицу. Я должен найти маму, чего бы мне это ни стоило. Хотя, где я ее найду? Морган же так и не скинул мне координаты. А может, он вообще просто прикольнулся надо мной? Я достал передатчик, начал пытаться связаться с Морганом. Ну сейчас все тебе выскажу, темный мах недоделанный. Алло, прием, возьми трубку. Прием. Морган, бери трубку, я тебе сказал. Думаешь, боюсь тебя? Алло. Алло, это кто? Пацан, это ты? Мистер Икс, это вы? А где Морган? Он же был с вами. Морган? Нет, я здесь один. А что, он приходил? Мы виделись? Что случилось? Час назад ваш передатчик был в руках Моргана. Он говорил со мной. А вы сейчас где? Где мама? Не знаю. Лежу где-то в лесу. Не знаю где. Тут какой-то еще мост недалеко. По-моему, я его раньше видел.
Мост? Какой мост, мистер Икс? Я один мост знаю. Может, вы там? Алло, прием! Пипец, передатчик сел походу. Как я теперь его найду? Хотя, деньги же есть. Сейчас быстро поймаю такси и побегу в лес. Надеюсь, он про тот мост говорил. Алло, брат, прием. Ты куда делся-то? Выходи на связь. Ну куда же вы, молодой человек? Почти нашли наш лагерь. Нехорошо. Доктор, у вас все готово? Да, мистер Морган, трансформация полностью завершена. Отлично, моя дорогая. Теперь каждый, с кем она вступит в контакт, неизбежно заразится вирусом. Извините меня, но это не слишком жестоко по отношению к людям? Люди, моя хорошая, жестоки по определению. Пойдем, она скоро очнется. Не будем мешать. Я бежал по трассе в сторону леса. Вот таксист, гад, так далеко высадил. Говорит, дальше не поеду, здесь плохие места. Циклоты просто, а не места здесь плохие. Думая об этом, я добежал до поворота, свернул в лес. Еще через пару минут бега я уже был на мосту. Да уж, никого нет походу. Только зря бежал и деньги потратил на такси. Хотя, а кто это там вдалеке виднеется? Кажется, это мистер Икс. Я быстро побежал к мажору. Мистер Икс, вы как? С вами все в порядке? Мажор неторопливо шел и нехотя смотрел на меня. Что с ним случилось? Чего он молчит? Мистер Икс, вы почему молчите? Где мама? Они все погибли. Их больше нет. Это Морган. Кто? Кто погиб? Солдаты? Что с мамой? Где моя мать, я вас спрашиваю? Не знаю. Не видел ее. Пошли домой. Чего? Как пошли? Куда пошли? Я никуда не пойду, пока не найду маму. Здесь был Морган. Он вряд ли после себя живых оставляет. Дальше мы долго молча шли с мистером Икс по лесу. Он, наверное, думал о напарнике, а я, конечно, о маме. Я не верю и не хочу верить, что с ней что-то случилось. Она жива. Я очень надеюсь на это. Через полчаса мы с мажором приехали к моему дому. Я молча пожал его руку и вышел из машины. Пока я поднимался по лестнице, все мои мысли были заняты только одним человеком – моей мамой. Неужели я больше не увижу ее? Сынок, ну ты где ходишь? Я тебе уже вся обзвонилась! Дальше все было как в тумане. Я расспрашивал маму, что с ней произошло. Танцевал и радовался жизни. Ура! С мамой все в порядке! Да сегодня просто лучший день в моей жизни! Что со мной? Что за дикий кашель? Никогда такого не было! Ну а пока я не понимаю, что будет дальше, у вас есть время поставить лайк и подписаться на канал. Ведь наши ролики регулярно выходят каждые 3 дня в 10:00. И конечно, не забудь скачать War Thunder. Игра бесплатная. Там же по ссылке в описании вас ждут еще и крутые бонусы.